внимание на старт. Дан старт третьего заезда, проходит квалификацию «Форвард». Жеребец американской рысистой породы под управлением наездника второй категории Артема Митрофанова. Первая четверть пройдена за 35,6 секунды. Вторая четверть дистанции пройдена за 35,9 секунды. Третья четверть дистанции пройдена за 36,3 секунды. Заканчивает дистанцию первый номер «Форвард» под управлением наездника второй категории Артема Митрофанова.